Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. 66-летняя российская певица Любовь Успенская заявила, что ее мать Елену Чайку убили в поезде. 66-летняя российская певица Любовь Успенская в эфире YouTube канала «Между нами» в одноименном шоу певицы Валерии призналась, что ее мать Елена Чайка умерла насильственной смертью. По словам певицы, она узнала об этом недавно, а ранее считала, что мать умерла при родах из-за врачебной халатности. «Открываю правду. Мама не умерла, а ее убили. Я начала копать. Мне сказали, что она ехала в поезде и ее кирпичом били по лицу», — рассказала Успенская. Певица отметила, что узнать правду ей помогли влиятельные друзья из Киева. «Они пробили там все кладбища. Должна быть регистрация имени, но ни на одном кладбище нет Елены Чайки», — отметила Успенская. Спасибо за просмотр, пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!